Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 7. Составь свой пример на новый вычислительный прием и реши его разными способами. 18 прибавить 32. 18 – это 10 плюс 8. 32 – это 30 плюс 2. Складываем десятки. 10 плюс 30. Складываем единицы. 8 плюс 2. К 10 прибавить 30, получится 40. К 8 прибавить 2, получится 10. 40 прибавить 10 равно 50. Выполним данное сложение столбиком. Запишем единицы под единицами, десятки под десятками. Сложение начинаем с разряда единиц. 8 плюс 2 будет 10. 0 пишу, 1 в уме. 1 прибавляю 3, получаю 4, да еще 1, итого 5. Ответ 50. Есть еще один из способов выполнить данный пример. Это графическая модель чисел. С ее помощью также можно составить и решить данный пример. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.